Привет-привет, с вами Алекс, и мы сегодня решаем задачи по питону на сайте Python Tutor. Итак, занятие второе. Тема условия и задача. Минимум из двух чисел. Условия. Даны два числа, выведи значение наименьшего из них. Что здесь нужно сделать? Во-первых, придется считать два числа из консоли. Для этого мы заводим первую переменную и оператором input помещаем рациональное число или действительное число в переменную а. То же самое делаем для переменной b. И с помощью оператора if, который сравнивает эти два числа, говорящие, что а больше b. Помню, что нам нужно вывести минимальное. Выводим b. В противном случае выводим а. Задача очень простая. Давайте посмотрим с решениями. И посмотрим, как решили остальные участники. Как видите, решение выглядит практически идентично у всех участников. Ну что ж, с этой задачей все. Переходим дальше.